Это Live News, мы продолжаем. Нападение в Дербенте. Посетители крепости на Нарын-Кала могли обстрелять боевики группировки «Южная», присягнувшие запрещенный в России «Даиш». Предположительно, в атаке участвовали трое террористов. Неизвестные сначала кидали в сторону посетителей смотровой площадки гранаты, затем открыли шквальный огонь. Под обстрел попали около 20 человек. В момент атаки ничего не подозревающие туристы делали селфи. Боевики начали палить по вышкам камер от телефонов. Люди сначала не поняли, что происходит, решили, что это взрываются петарды. Ранения получили 12 человек, один пострадавший скончался в больнице. На месте найдено почти 70 гильз от оружия разного калибра. Сейчас в республике объявлен план-перехват. На дорогах усилены наряды полиции ОМОНа. Уголовное дело завели сразу по трем статьям. Ну за что мстят вообще? За то, что мы очистили Дагестан от террористов. Огонь неизвестные вели со стороны леса. Погиб 24-летний пограничник. Он получил огнестрельное ранение в сердце. 12 человек госпитализированы, их жизнь вне опасности. Самому старшему 61 год, остальные – молодые люди.